Ну что, всем привет. У нас сегодня вот такая вот штука. Моя идея была вот в чем. Чтобы начать рассказывать или закончить рассказывать про объектную модель Python. Правда, кажется, я не успею закончить рассказывать про объектную модель Python. Вот. Потому что до того, как рассказывать про объектную модель, про всякие штуки, которые Гвидо изобрел, когда изобретал новую модель классов во втором Питоне, надо вспомнить одну вещь, которую мы с вами потрогали, но не сходили, что называется. Эта вещь называется декораторы. Мы с вами, когда говорили про функции замыкания, помните, был такой разговор, да? Замыкание — это ситуация, когда вы внутри функции определяете функцию и используете какие-то объекты, которые, по идее, должны были удалиться, потому что они были локальны для той функции, внутри которой вы определяли вот эту внутреннюю. Вот. Но залипли в namespace вот этой внутренней функции, попали в замыкание, ну и вот это все. Логика поведения довольно прозрачная, хотя мы там столкнулись с волшебной картинкой позднего связывания. Вот. Если вдруг у меня останется время на повтор, этот трюк я просто повторю, потому что он в прошлый раз вышел слегка такой смазанный. Вот. Но я боюсь, что не останется. В общем, идея в том, что это функция, порождающая функцию, а замыкание — это ситуация, когда при порождении этой самой функции бывшие локальные переменные внезапно залипают в внешние функции, да, локальные имена внешней функции внезапно залипают во внутренние и там живут. Вот. С точки зрения программиста абсолютно прозрачно это выглядит. Многие не задумываются, насколько эта картинка непростая. Теперь, значит, что касается декораторов. Декоратор — это такой синтаксический сахар, которого в питоне вообще полно. Вот. Устроен он так. Предположим, мы захотели, давайте погромче сделаем. Предположим, мы захотели обмазать нашу функцию выдачи отладочной информации. Ну вот, смотрите, вот у нас есть функция defun, вот, которая выводит сначала все параметры, потом вызывает нашу функцию, а потом выводит весь результат и возвращает этот результат. Соответственно, вот такая вот картинка. Ну не знаю, давайте что ли питончики все это запустим, не глядя. Вот такая вот картинка выглядит примерно вот так, да? Значит, мы вызвали эту функцию fun, и она вернула нам 7. Почему 7? А потому что там умножить на 2 плюс b, наша любимая, да? Мы вызвали функцию defun, вот, которой передали функцию fun и ее параметры все. Ну, тут еще можно было эти самые ключевые слова quarks, да, то, что со звездочкой-звездочкой, но неважно, да, для простоты так. И она нам выдала, она обмазала нашу функцию, вызов нашей функции вот этим и вот этим, и выдала. Если вдруг мы внезапно хотим всякий вызов функции fun поменять на вот такой вот, мы, конечно, напряжемся в нашем тексте, это будет довольно много. Но мы можем поступить иначе. Мы можем написать специальную функцию, которая обернет вызов нашей функции вот этой обмазкой, да? Значит, тоже достаточно очевидная картинка. Вот, да? Теперь мы берем новую функцию, обмазываем ее старой, и теперь у нас фун, как обычно, где он тут, работает так, а new работает с обмазкой. Вот. Значит, эта картинка слегка лучше тем, что, обратите внимание, синтаксис вызова обеих функций совершенно одинаковый. Да, нам пришлось воспользоваться вот этой штукой. Тут даже замыкания нет никакого, кстати. Вот. Этот метод все еще плох, потому что мы все равно должны все вхождения fun заменять на вхождение new. Ну, наконец, мы можем сделать то, что написано вот тут, и определить, ну, скажем, где fun, там, не знаю, AB return, ну, там, если там было, ну, например, str, а, не str у нас есть, фы теперь. Вот. И написать что-то типа, ну, понятно, да, точнее, у нас фун. Вот. И написать что-то типа фун равняется new, gen от fun. Вот.
Теперь у нас в пространстве имен все хорошо, то есть у нас есть единственная функция фун, и она уже обмазана, потому что ее мы только что переделали. Да, вот вы написали, вот это ключевой момент того, что мы сейчас проделали. Ну, так вот, это и есть декоратор. То есть мы могли написать тупо вот так вот. Декоратор генф. Генф. Дальше определение функции. Фун от A, B, C. Return. N. А плюс Б минус С. И вот в этом описании генф чего-то, вот в этом вот, собственно, содержалась вот эта вот строка «Ния». После чего мы можем прям вот, значит, да, print фун от раз, два, три. Кстати, ноль. Вот. То есть, а чем хорош этот метод? Этот метод хорош тем, что, во-первых, нам не приходится писать вот такие странные картинки, а во-вторых, и в главных, это, разумеется, синтаксический сахар для такой конструкции, но обратите внимание на то, что когда мы пишем вот так, то в течение какого-то времени у нас существует функция фун, которая ничем не обмазана. И только потом, когда мы вызываем вот такое преобразование, вместо нее прилезает новая функция. Вот, кстати. Во! А вот когда мы пишем вот так, функция функции существует, ну, скажем так, где-то внутри контекста вызова соответствующего декоратора. Вот. И к моменту, когда вот этот def заканчивается, уже никакой функции фун не обмазанной не существует в нашем коде. То есть мы не можем залипнуть в пространство между определением функции недекорированной вот сюда и функции декорированной. Да? Она у нас декорирована как бы сразу. То есть вот эта штука, мы как бы заявляем заранее, что она произойдет вот здесь. Вот в этом единственная разница. В остальном это, как я уже говорил, синтаксический сахар. Сила декораторов и их использование в реал-лайфе чрезвычайно велика. Ну, например, известный фреймворк Django, веб-фреймворк, он вообще на них только и построен. То есть идея стоит в том, что вот у вас есть, допустим, процедура логина, а вы хотите эту процедуру логина еще обмазать, ну, не знаю, там, двухфакторной авторизацией. Вы говорите декоратор двухфакторной авторизации, а дальше описываете процедуру логина и... Это означает, что та функция, которая, значит, должна быть вызвана при просто авторизации, обмажется какими-то предварительными, значит, действиями, чтобы это, ну, сходить к провайдеру двухфакторной авторизации, спросить, авторизовался ли этот товарищ, доказуемо ли в сервисе, и если нет, то авторизовать. Такие дела. Вполне разумно, что мы можем все вот эти вот декораторы поубирать, и тогда, значит, из кода, и тогда, допустим, в нашем коде функция фун перестанет быть обмазана отладочной информацией. Да? То есть это еще и удобно на практике. Поставил декоратор, убрал, там, закомментировал декоратор, вот это все. Вот. Сравнительно несложный ход, связанный с тем, что в Питоне, в принципе, это все можно было сделать руками. Вот. Но вы помните, один из принципов Питона, скажем так, убирать нечитаемые неудобства. Да, значит, главное достоинство декоратора, что мы сразу знаем, что эта функция декорирована. А здесь мы это знаем отнюдь не сразу, а в тот момент, когда он вот так напишет. Да? А когда мы на нее смотрим, мы еще не знаем, что мы хотели ее декорировать. Вот. То есть это чисто семантическое такое смысловое различие. Вот. Ну, что еще сказать про декораторы? Да ничего, кроме того, что, например, если мы их складываем стеком, ну, разумеется, сложенные стеком декораторы означают именно то, что вы подумали, что мы сначала декорируем функцию декоратором 1, а та функция, которая вернется, декорируем декоратором 2. То есть вот в этой воображаемой записи фун будет написано фун равняется декоратор 2 от декоратор 1 от фун. Вот. Ну, в общем, ничего такого военного в этом нету.
Вообще какая-то очень простая штука, с которой надо просто смириться с ее существованием, ну и научиться ею пользоваться. Декораторы популярны настолько, что мы с ними встретимся сегодня еще не раз в других темах. Сначала логику, а потом параметрический декоратор. Сначала логику, а потом то, к чему это приводит. Предположим, мы вообще написали что-то типа декоратор, параметр. Ну и дальше там траля-ля. Ну, в смысле, там, дев чего-то там, давайте еще раз. Да, там, дев фун. Ну и так дальше, в общем. Как-то так. Да? Что может означать вот эта надпись? Какие-то волшебные параметрические декораторы? Но это было бы не по питоне. В питоне все-таки есть очень большое стремление к неумножению сущностей. Окей, давайте на это посмотрим неприкрытым взором. Что такое генф в случае, когда у нас это обычный декоратор. Генф – это такая функция, которой мы передаем функцию, которая возвращает функцию. Ну, понятно. Значит, мы ей передаем некий объект, она из этого объекта конструирует новый callable и его возвращает. То есть в этом месте, после блямбочки, стоит, собственно, декоратор. В нашем случае декоратором является вот это. То есть мы сначала вызываем нечто под названием декор с параметром param. Это нечто под названием декор должно вернуть нам что? Оно должно нам вернуть декоратор. И вот этот декоратор мы применим к функции fun. То есть это функция, которая вызывает функцию, а которая изготавливает функцию, которая изготавливает функцию. Вот. Декоратор, значит, это функция, которая изготавливает функцию, а параметрический декоратор – это функция, которая изготавливает функцию, которая изготавливает функцию. Вот тут мы начинаем путаться, но, повторяю, давайте думать об этом как очень простой вещи. В такой записи декоратором является то, что вернет вот этот вызов. Вот оно и есть декоратор, то, что нам приедет. Ну, функция, вызывающая функцию, вызывающая функцию. Пример. Предположим, мы хотим написать такой декоратор, мультикол, который вызовет нашу функцию n раз, ну, k раз, k раз, вот, и сложит все результаты в список. Что мы должны сделать? Мы должны предусмотреть вот это k, и стало быть, наша судьба параметрический декоратор, да? Вот, этот мультикол должен принимать значение, сколько раз мы собираемся вызывать нашу функцию, и возвращать нам в качестве результата, собственно, декоратор, который будет вызывать нашу функцию ровно столько раз, сколько мы хотели, и складывать результаты в список. Вот. Я даже не знаю, стоит ли это копипастить, потому что тут и так, в общем, все понятно. Наоборот, понятнее не будет. Вот. Ну, давайте, даже не знаю, давайте все-таки скопипастим. Значит, что мы делаем? Мы определяем декоратор, который мультикол, который будет, давайте мы даже загородим, чтобы я, значит, подглядывал только в случае, если забуду, n, который будет n раз вызывать наш, между прочим, тут, наверное, y. Вот. Фиг его знает. Ну ладно, пускай будет так. Значит, n раз вызывать нашу функцию и складывать результаты в список. Мы должны такой декоратор определить. Давайте его определим. N от, собственно, нашей функции, который for будет делать так, что он должен делать? Он должен обертывать нашу функцию новой, то есть def new fun args. Ну, на самом деле, нет, да? А, нет, ну да, все правильно. Вот. Ну, а тут просто return fun от args.
Мы там собирали список, ну значит список. Звездочка Аркс. Напоминаю, что здесь еще должны быть ключевые слова, но мы их пропустили просто для того, чтобы покороче было, да? For i in range от... Что там? M. А вот здесь уже мы имеем дело с настоящим замыканием. Вот это N нам приехало аж отсюда. Натуральное замыкание. Вот. Ну что, return new phone. Это у нас, собственно, обернутая нами функция. Да? Ну, а это наш свежесделанный декоратор. Dev, не dev, а return. Return dec n. Вот. Return. Все, теперь мы можем делать, ну, скажем, не dev, а сначала multicall. Multicall. Сколько? Ну, 6, да, и функция def фу от, ну не знаю, там а return а умножить на 2 плюс 1. Как-то так. Вот. Ну давайте вызовем, да, значит, поэтому 3 минус и процент. Да. Как-то вся байда работает. Дир, что у нас имеется в этом самом? У нас имеется наш декоратор, наша функция фу. Фу от 8. Та-дам. Как собирались. Единственное, что у нас сюда вот не приехал и, ну, потому что тут, да, мы просто вызвали эту функцию много раз. Мы могли, кстати, там сделать какие-нибудь шашни с глобальными переменными, еще какую-нибудь ерунду. Вариантов много. Смысл параметрического декоратора ровно в том, что мы просто, исходя из синтаксиса того, что тут написано, обязаны сначала вызвать этот мультикол с этим параметром, а вот то, что вернется, этим декорировать нашу функцию. Ну вот, собственно. Мне кажется, что более-менее понятно, как тут все происходит. Вот. Значит, на сайте есть ссылки на всякие хабровские статьи и всякие еще места, где про декораторы написано больше. Очень не исключено, что я слишком быстро про это рассказал, и с этим надо сжиться. Сначала с декораторами, а потом с параметрическими декораторами. С функцией, которая изготавливает функцию, которая изготавливает функцию. Но если смотреть по логике, то, вообще говоря, ну, ничего совершенно военного в этом нет. Поскольку декоратор — это всего лишь синтаксический сахар для... Где-то у нас тут было... Не было уже. Для вот такого вот вызова, то есть для такого переприсваивания, понятное дело, что у любого callable интерфейса тоже могут быть декоратор. Например, мы можем написать, вот тут это мой, я тут слегка модифицировал, скопипастил пример вот отсюда. Мы можем написать класс, который является декоратором. Вообще говоря, кстати, в best practice считается, что классы лучшие декораторы, чем функции. В них, как это сказать, слегка вольготнее. Вот, класс, который является декоратором. Почему? Потому что класс — это callable. Потому что у него есть init, в этот init приплывет ваша функция, которую вы собираетесь декорировать, и там вы можете развлекаться как хотите. Единственное, что отличает декоратор класс от функции, декоратор функции, это тот факт, что то, что оно возвращает, экземпляр класс ваш, да? То, что приедет, тоже должен быть callable. Вот. То есть мы вызовем вот в этом примере таймер с параметром fun, с параметром в данном случае payload, вот, да, он сюда приедет, и то, что он должен вернуть, да, экземпляр класса, это должна быть функция. Ну, раз экземпляр класса — это функция, значит, в полях класса должен быть метод call,
Собственно, именно это делает экземпляр класса callable, да? Ну вот этот метод call, это и есть наша обертка. Вот. Что он делает? Это таймер, он замеряет, сколько времени мы провели в контексте функции. Да? Вот он сначала исходное время, потом, значит, вызывает функцию, потом замеряет финишное время, на всякий случай пишет на стандартный вывод, сколько времени, значит, это все заняло, да, и возвращает результат. Вот вам обмазка функции таймером. Давайте мы прямо это проэксплуатируем. Значит, вот так вот прям напишем. Вот. Так. Vim dec timer. И даже вот так. Вот. Шмяк. Значит, ну, давайте мы поставим поменьше. Значит, что тут происходит? Значит, я еще описываю функцию payload, которую я решил написать так, чтобы она, ну, пожирала время. Как она пожирает время? Она формирует range, дальше от этого range формирует sum, а дальше полученный список сортирует. Вот. Собственно, delay — это количество таких range, которые мы нагенерим. Вот. Ну и я надеюсь, что n логарифм n сортировки плюс постоянно увеличивающийся размер того, что надо просуммировать, нас обеспечит достаточной нагрузкой. Как это выглядит? Ну вот, на 1000 оборотов, сколько? Примерно 11 миллисекунд заняло это упражнение. Вот. Давайте еще. А вот на 10 тысяч оборотов. Во, смотрите-ка. Уже почти 2 секунды она все это жевала. Вот. Мне трудно предположить, сколько там было операций. Ну, видимо, 10 тысяч умножить на вот эту штуку пополам, да? Ну, короче, много. Ну, вот видите, целых 1,8 секунды. Обратите внимание на то, что у нашей функции payload есть свой собственный return, который она возвращает. Вот. А вот эта вот штука, которая нам вывелась на экран, она вывелась, потому что она в обмазке в декораторе таймер существует. Вот вам пример использования класса в качестве декоратора. Да? Опять-таки, ничего военного, поскольку класс — это конструктор, у него у инита могут быть параметры, значит, у инита должен быть параметр функции. Вот. В данном случае я ничего не делаю, кроме того, что запоминаю эту функцию, чтобы потом ее декорировать. И когда мы внезапно вызываем экземпляр этого класса, а мы его вызываем, потому что мы написали таймер от fun, да, конструируем из фуна, мы должны возвращать такой объект, у которого есть метод call, и этот метод call, собственно, является телом нашего декоратора. Еще использование класса в качестве декоратора versus использование функции в качестве декоратора слегка прозрачнее, потому что тут нету функции внутри функции. То есть она есть на самом деле, это метод call, да? Но вот такого, берем функцию, запоминаем функцию, генерируем функцию, возвращаем, вот этого нету, да? Может быть, это слегка понятнее читать. Вот такие дела. А можно декорировать класс? А почему нет? По идее, мы вообще можем декорировать все, что угодно. Ну как? Ну как? Вот декоратор — это такая штука, которая заменяет вот это вот присваивание. Я, кстати, не пробовал декорировать обычные не callable объекты, не исключено, что это тоже можно. Вот. Просто смысла нет. А, нет, нельзя. Потому что декоратор прикладывается к конструкциям типа класс и div. То есть декорирование классов — это прям отдельная синтаксическая конструкция. Ну окей, значит нельзя. Жалко. Что такое декоратор класс? Декоратор класса — это довольно простая штука, проще, чем вы думаете. Я хотел написать пример, он у меня получился сложнее, чем вы думаете, поэтому я не стал его писать. А на самом деле вот, смотрите. Я написал пример, просто я его перемудрил слегка. Из-за этого лекцию позже начал. Значит, смотрите. Вот у нас есть функция, которая декорирует класс. У нее есть, как обычно, параметр класс. Вот. У нее есть внутренняя функция.
этот self as, это обычный self, да? Мы помним, что слово self не имеет синтаксической значимости в Python, это просто первый параметр метода. И все, что она делает, она подменяет ему init. Init подменяет. Нифига себе декоратор. Вот. Соответственно, если мы задекорировали такой штукой класс, то вот этот init у него отвалится, вместо этого инита подсунется вот этот. И она вот вместо target running напишет декоратор running. Вот. В данном случае декоратор класса жует сам класс, видите, да? Но мы вполне можем написать его по аналогии с декоратором функции, которая возвращает другую функцию. Запросто. То есть написать здесь еще, вот тут написать dev класс, ну в смысле класс какой-то, в этот класс, унаследовать его от класса target, все-то там пожевать как надо, перебить там init или еще что-то, и вернуть унаследованный класс. Пожалуйста, так тоже можно. Ну то есть сам факт того, что мы можем написать декоратор на класс, открывает вам абсолютно любые возможности, потому что вот все, вот этот декоратор функции, вот этот класс, который к вам приехал, что хотите с ним, то и делайте. Конструкции. Ну что, пример декораторов в Питоне совершенно справедливо. Я как раз, собственно, и Спасибо, Владимир. Собственно, я как раз обратился к модулю functools, в котором довольно много именно декораторов всевозможных. Вот, в частности, есть декоратор в robs, про который сейчас говорил Владимир. Вот, где он тут в конце. В конце, я сказал. Даблинский. Вот, который как раз решает проблемы подмены строк документации, имени функции и всего вот этого. Чтобы у нас в результирующем коде не оказывалось, что имя функции называется newFun. Да? Вот. Вот. Да? Значит, если вот так не написать, то у нас... О, ну, давайте что ли это посмотрим. Спасибо, потому что это не такая простая картинка, как кажется. Вот. Давайте прям скопипастим отсюда. Скопипастим отсюда код. Вот. Ща. Вот. Да? Только не так, а вот так. Скопипастим отсюда код. Да, и посмотрим, значит, что у нас при этом происходит с классом. Значит, что у нас есть? У нас есть наш функция example. Вот. И обратите внимание, что функция example называется example. И обратите внимание, что у нее docstring сохранился такой, как был. Убираем вот эту вот штуку. Получаем обычный самый декоратор. Да? Давайте посмотрим, как это выглядит. Все хорошо, за исключением того, что docstring у нее пустой и name у него в wrapper. То есть вот эта вот штука, это такое украшение, чтобы когда мы пишем декоратор функцию, не пропали всякие нужные параметры нашей функции, ну, например, строка документации и, собственно, имя. Вот. Обратите внимание на то, что строка документации, не знаю, я, кажется, забыл про это рассказать, если да, то, в общем, стыд мне и позор, что строка документации — это очень важная вещь, потому что она выводится по хелпу.
И что, а, я знаю, я про это расскажу еще в самом конце, когда мы говорим про модули. Вот, то есть вся интерактивная работа с вашими объектами, помощь, какая-то там другая информация из строки документации, она может быть добыта прямо в процессе работы с ними. Вот, и поэтому это важная вещь, такая документация. Вот. Еще раз спасибо Владимиру за напоминание про такой хороший момент вот. Ну, не лишнее заметить, что украшатель в ROPS, который мы используем, сам по себе тоже есть декоратор. Вот. Кстати, я думаю, написано на питоне, можно код почитать, в случае чего вы увидите. Значит, надо не забыть добавить в лекции, хотя, в общем, не обязательно. Вообще, поизучайте FuncTools, довольно интересная штука, состоящая, как видите, в основном из декораторов. Вот. Со всякими штуками. Ну, например, вы можете запихать всевозможные вызовы функции в кэш, и у вас функция перестанет быть рекурсивной. Ну, до конца. Вот. Потому что все значения, которые она уже принимала на предыдущих параметрах, запомнятся в кэш. Ну да ладно. В общем, вот. Хороший пример использования декораторов. Это функция functions. Так. Не функция, а модуль functions. Вот. Если есть какие-то вопросы по декораторам, задавайте их сейчас. Вот, думаю, что надо просто, если кому-то это диковато все звучит, просто почитать и разобраться. А мы переходим к совершенно другой, значит, картине. Это штука, которая называется дескрипторы. Дескрипторы — это реализация, вот тут не написано, реализация очень популярного в объектно-ориентированной разработки паттерна под названием геттеры и сеттеры. В чем идея? Идея состоит в том, чтобы не делать поля нашего класса, ну, такими абсолютно всем доступными, в которые что хочет, может положить и забрать, и даже удалить. Потому что, в принципе, это вредно. Иван, вот в лекции есть большое количество ссылок на то, как используются декораторы, а мы их еще увидим. Мы еще увидим декораторы, не волнуйтесь. Getter и Setter — это возможность запретить пользователям обращаться с полями нашего объекта, как ему заблагорассудится. Вот. И более того, определить какие-то более хитрые действия для, соответственно, взять элемент, положить в элемент и удалить элемент, кстати, тоже более хитрые действия, чем, ну, обычное покладание какого-то значения в какую-то коробочку, тем более, что в питоне это все не так, там нет никаких коробочек. Вот. Работает это так. А в вашем классе должно быть поле, дата, тип которого, собственно, дескриптор. То есть, если у ваше поле дата, у объекта, который является полем класса C, есть методы get, set и delete, достаточно только get, то при попытке доступа к этому полю происходит вызов метода get. И, соответственно, ну, давайте это поэкзекьютим это дело. Сейчас скопипастим, еще раз посмотрим, и я все расскажу. Так. Опс, а он тут есть. Ну и ладно, пускай будет этот пример. Значит, смотрите, вот дескриптор. У дескриптора есть. А, тут более сложный пример. Ну, давайте с этого более сложного примера начну. Я думаю, что вас это не запутает. Вот эти вот три метода — это методы, которые делают ваше поле дескриптором. Вот.
Ну и тут на всякий случай приделаны нит и стыр просто для красоты. Вот в нашем классе C есть поле data, тип которого класс DSC, и по тому, что у этого поля data есть метод get, Python догадывается, что это дескриптор. С этого момента все попытки... Вот, давайте не так сделаем. Давайте вот это закомментим. Напишем здесь волшебное слово, которое для вас никакого значения не имеет. Сделаем вот так. Вот. Значит... Вот. Да? Что у нас есть? У нас есть C и DSC, да? Dir AC. Какой-то объект, в котором есть поле data. Да? Что мы делаем? C.data. Только не C, а класс, да? C равняется C. Да? Че? А, там по умолчанию у него имя, да? Ну, пускай будет обж-c. Да? Вот. Да не пейнер, принято c. Все совершенно нормально. Да? C у нас это объект обж-c, у него стыр тоже перебит, вот он. Да, все хорошо. Вот. Теперь давайте посмотрим, какие у него есть поля. Вот вот c. У него есть поле под названием data, которое мы с вами знаем, что оно дескриптор. Собственно говоря, когда мы пытаемся к нему сходить за узнать его type, происходит вот что. Вместо того, чтобы нормально обращаться к какому-то объекту, который лежит внутри нашего экземпляра C, мы дергаем соответствующий getter. Да? Getter пишет вот это. Ну и возвращает value none, потому что там ничего не лежит. Да? Там по умолчанию none. Вот. Обратите внимание, что вот этот print происходит, когда мы дергаем getter. А вот это происходит, когда мы делаем null. Хорошо, пишем c.data равняется, только маленькое c, 100-500. Обращаю ваше внимание, что опять-таки дергается метр setter. Вот он. Соответственно. Ну и, соответственно, там что-то такое лежит. Вот. Ну и, наконец, когда мы говорим del, дата, дергается метр делитер, и обратите внимание, что в отличие от обычного объекта, поскольку мы не предусмотрели самоуничтожение нашего дата, поле дата после удаления осталось, просто оно стало пустым. Ну, собственно, как и предполагалось вот здесь. Да? Теперь вы понимаете, что если мы, например, ограничим вот это место там присваиванием только объектов определенного класса, да, зафигачим здесь исключение в случае делита, да? Сделаем здесь какое-нибудь преобразование. Короче говоря, мы можем теперь доступ к полю обычный реализовывать всякими нужными нам путями, вот такими, которыми мы хотим. Обратите внимание вот на что. Дескриптор — это поле класса. То есть... А когда мы ходим к геттеру, например, да, геттер, давайте посмотрим, get from. Геттеру приезжает в качестве селфа, даже если мы ходим к объекту, в качестве селфа приезжает класс. И это понятно почему, потому что сам класс DSC ничего не знает про класс C, да? Он должен знать, чьего класса этот объект. В качестве второго параметра к нему приезжает экземпляр. А, нет, наоборот. Я соврал. Конечно, в качестве первого параметра, это же self, извините. В качестве первого параметра к нему приезжает он сам, извините, пожалуйста.
В качестве второго параметра приезжает экземпляр класса, а в качестве третьего, собственно, сам класс. Да? Вопрос, из какого класса мы берем вот этот экземпляр. Такая же фигня, значит, ну давайте попробуем d равняется c. Да? Там нужно что? Name. Я сказал tab вот в этом месте, а он сходил и узнал. А он сходил и вызвал get, и поэтому, ну да. Getter'у приезжает и объект, и класс. Setter'у приезжает класс и значение, потому что в данном случае как бы соответствующее поле у этого объекта DSC собственное. Вот. Delete тоже приезжает класс. Такие вот дела. Значит, интересный вопрос относительно отображения объектов на SUBD. Ну, пожалуй, да. Какая вам разница, куда полезет get и куда будет класса set? Конечно, да. Это такой интерфейс. Это скорее не то, чтобы слой презистентности, Дмитрий. Это скорее такой интерфейс класса к произвольному хранилищу чего-то. Вот. Ну, в общем, да. Ну, только там нужно будет договориться о том, как называются вот эти вот объекты. А в основном, да, по праву. Вот. Окей. Значит, как это работает? Это работает так, что когда Python делает метод resolution order и видит, что у вас есть объект, который называется data, и первым делом он смотрит, а нет ли у него метода get. Если есть метод get, и это значит, что это объект дескриптор, и надо ходить к методу get. Дополнительная фишка дескрипторов состоит в том, что если у вас есть еще и метод set, то в этом случае это считается так называемый data дескриптор, то есть дескриптор, который может что-то хранить, то может что-то положить. И в этом случае его даже нельзя занавесить словарем. То есть если внезапно у вас в вашем объекте, внезапно, смотрите, видали, там нету поля дата. Поле дата является полем класса. Даже если вы сюда впишете дату, то к нему оно не пойдет. Да? Почему? Потому что у класса есть поле дата, у этого поля дата есть метод set, это значит, что это дескриптор данных, и это значит, что он имеет больше, более высокий приоритет, чем вот это вот. Такие дела. Вот такая штука, дескрипторы, в действительности очень часто используются в разных местах Питона. И это что касается дескрипторов. Это что касается дескрипторов. Вот он, да? Значит, если метода get нет, то это так называемый non-data дескриптор, то есть дескриптор, которому нельзя ничего присвоить. Вот. И поэтому, когда вы присваиваете метод set нет, вернее, да, только метод get есть. И когда вы присваиваете, вместо того, чтобы вызвать метод set, которого нет, вы дескриптор загораживаете, понятное дело, в результате у вас получается локальное поле, которое ни разу не закрыто. Слоты. Слоты — это вообще побочный продукт при изобретении новых классов. Во втором питоне, в старом втором питоне давно-давно были так называемые старые классы, которые были слегка такие, ну такие слегка. Там, например, все классы были, все объекты были одного типа класс. Вот. Ну, неважно. Значит, короче, когда Гвидо изобретал новую классовую модель, более продвинутую, которая стала классовой моделью третьего питона по умолчанию, значит, побочным продуктом получились так называемые слоты. Что такое слот? Смотрите, слот — это способ, совершенно иной способ организации пространства имен класса и объекта, вот, который основан на двух соображениях. Соображение первое. Зачем нам вообще
использовать классы объекта как динамическое пространство имен. То есть нет, если мы хотим использовать класс или объект динамическое пространство имен, в который что хочешь можно положить, что хочешь взять, такой словарик, собственно, дикт, к которому я только что ходил, да, вот это, то флаг нам в руки. Отличная идея. Эта идея плоха только тем, что каждое обращение к полю объекта, это, в общем, довольно хороший такой траверсал более чем одного словаря. Мы сначала сходим в поле объекта, нету в поле класса, вот это все. Вот. И несмотря на то, что словарь эффективный инструмент хранения, да, двойной и тройной дереференс, пока мы дойдем, собственно, до значения объекта, это все-таки как бы, ну, операция, которая сколько-то дожрет. В принципе, нам не нужен namespace нашего объекта динамический. Что еще интереснее, нам вообще не нужен namespace объекта у каждого отдельный, у каждого экземпляра отдельный namespace, отдельный дикт у каждого экземпляра, вот как только что мы это сделали. В случае, если мы не собираемся пользоваться свойством питона, динамически обновлять пространство имен нашего объекта. То есть вот эти две фишки питона, динамическое и индивидуальное для каждого экземпляра класса пространство имен, нам могут не понадобиться, скорее всего, если мы придерживаемся такой суперклассической объектной модели. Что это значит? Это значит, во-первых, что мы раз и навсегда определяем список полей, которые есть в нашем классе. Во-вторых, этот список полей валяется в классе, и все объекты ходят к нему. Понятное дело, что значения полей у каждого объекта свои. Это понятно. Да? Но вот структура, которая все это хранит, это ни разу не по словарю на каждый объект. Это какая-то более хитрая табличка, в реализацию которой там внутри носим мы даже не будем влезать. Вот. А влезем вот в такое. Вот смотрите. Просто и недвусмысленно. Значит, надо бы тут такую фигню сделать, но я ее потом сделаю. Да. Да, что мы хотели? Вот. Вот у нас класс, в котором есть слоты. Класс, в котором есть слоты, ведет себя следующим образом. В нем фиксированный список полей. Смотрите. У него init есть. А, init. 100542. Организация пространства имен объектов, у которого у каждого экземпляра класса вообще нет собственного словаря с именами. Он только у класса сло идет. Сло. Вот dir сло. Вот они. Вот. Обратите, какие у них типы интересные. Тип member. Что это значит? Это значит, что использование такого класса немножко нас ограничивает в смысле динамичности этого пространства имен. Вот. Но зато работает оно эффективнее в некоторых случаях, когда нам нужно очень-очень-очень-очень много сделать обращений к полям, а это, ну, часто бывает. Вот. Надо сказать, что на слотах написана часть реализации кое-каких объектов в питоне. Вот. Ну, ничего удивительного, это реально эффективно. Да, кстати, забыл сказать, что объект этот, поле редонли, не зря называется редонли. Потому что оно редонли. Да? Значит, суммируя, если вы организуете пространство имен внутри вашего класса в виде слотов, то экземпляры вашего класса не будут иметь дикта, если только это не наследники, в которых дикт появляется. Экземплярам вашего класса будет запрещено динамически изменять это пространство имен. Все поля, которые перечислены в специальном поле slots, будут read-write. А все поля, которые не перечислены, будут read-only. Вот. Достаточно прозрачный интерфейс, предназначенный в первую очередь для эффективности. Гвида говорит, ну вот некоторые думают, что это такая защита от добавления полей в
объект. Ну, в общем, меня это не очень сильно волнует, а вот эффективность это повышает. Вот такая штука, слоты. Вот. Давайте сделаем паузу, немножко проветрим голову. Итак, опять-таки, возможно, в это надо въехать, но в это надо въехать исключительно со стороны, так сказать, ну, привыкнуть к тому, что это существует. Потому что сама организация предельно простая. Список полей, еще поле и некоторые рестрикшены на работу с ними. За счет, как бы, ценой, не так, ценой этого достигается эффективность. Вот. Ну вот, теперь возвращаемся к декораторам. Помните, это такая штука с блямбочкой в начале. Как я уже говорил, декораторы используются повсеместно. В том числе они используются в стандартной библиотеке Python. Значит, отвечаю на вопрос Владимира по поводу наследования. Поскольку у нашего класса есть дикт, у этого дикта есть вполне себе поля. Вот они. Они просто иного типа. То они отлично наследуются. Давайте мы... child slow. Slow. От slow. И тут введем еще поле new field равняется 100-500. Так. C равняется slow. От 1-2. Смотрим, что у нас в C. В C у нас получается 4 поля. Field. C.field. Это поле read-write от класса C. Да? C.readOnly. Это поле readOnly от... Опс. Ага. Как интересно. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Честно, не знаю. Надо проверить. Мне кажется, что это дальше требует исследования. Вот. Потому что, видите, я, например, был уверен, что read-only, а он нифига не read-only. Сейчас, секундочку. Type вот s.field. Класс int. Нет, так нормально. А если slow.field? Во, member descriptor. От slow. Member descriptor. Ага, все, я понял. Смотрите, что произошло. Это как раз на вопрос Ивана ответ. Смотрите, что произошло. Поскольку мы унаследовали класс slow от класса slow, у которого были слоты, со слотами все в порядке. Но класс slow не имеет своего поля со слотами. Значит, он обычный. Значит, все его поля обычные, и даже поле read-only становится в нем не read-only. Ну, потому что вот оно больше... Вот. Вот если бы мы сделали вот так вот, и здесь бы написали... Здесь бы написали... Ну что, еще одно поле new, да? Во! И c равняется slow от 1-2. Тогда что получается? Type c slow field. Нет, c field. А, ну тут все хорошо. c.field. c.field равняется одному, работает. cnew равняется одному, работает. creadOnly, внимание, барабанная дробь, не работает. Почему? Потому что класс sSlow у нас устроен по другому принципу, по принципу пространства имен со слотами, и, соответственно, к нему все это применяется. Ну, все шикарно. Ну и cnew должен быть, да? И по умолчанию он типа нулевой. Сильно подозреваю, что слоты еще инициируются чем-то типа ноуна.
Значит, не ноуна. Ну, в общем, что они слегка инициализированы. Обратите внимание, что это не... А, нет, я его туда положил один, все, соврал. Ну, так вот, такая вот фигня. Интересно, кстати, а как выглядит... Ща, последний этот самый, последняя... Вот, такая штука, что до тех пор, пока мы не положили в слот чего-нибудь, возникает атрибьют error, как если бы его не было. В общем, интересная вещь. Нет, в классе не меняется ничего. Смотрите, класс это класс. То есть, вот дескриптор это поле класса, и мы должны с дескрипторами, мы должны как-то упражняться, когда хотим, чтобы... они лежали, ну, как бы, чтобы для разных объектов дескрипторы лежали в разных местах. Не дескриптор, а значение соответствующее. Да? А слот — это просто другой способ организации пространства имен. Разумеется, у объектов, экземпляров класса свои собственные значения. Да? Это не поля класс. Это не... Ну да, это не поля класс. Это такой просто конструкция самого пространства имен. Хорошо. Значит, возвращаемся... Так что, Иван, вы правы, не меняется. Возвращаемся к стандартным декораторам. Давайте немножко протряхнем мозг, возвратимся к простым вещам. Простые декораторы, класс-метод и статик-метод, они чуть ли не вообще стандартные, то есть входят в built-ins. Вот. Для чего они нужны? Ну, давайте прям вот это скопипастим и посмотрим, для чего они нужны. Так, вот здесь вот. Надо все-таки сделать вот так вот, чтобы он мне Python минус и по умолчанию запускал всегда. Вот, ну да ладно. Боюсь, что вы все это подглядели. Значит, вот на эту строчку не обращайте внимания. Она совершенно нестандартная. Это для моего врапера вокруг редактора Vim есть... Он, этот враппер понимает кучу вот таких псевдокомментариев, и в частности он умеет запускать, например, Python-i. Вот видите? Ну вот, значит, так что не обращайте внимания. А это примерно то же самое, что происходит по F5, когда вы запускаете это в Idle. Вот. Так, что мы хотим? А у нас есть класс, у которого есть три разных метода. C.fu это обычная функция. C.fun он внезапно является методом для самого класса, обратите внимание. И S.fun это обычная функция. То есть мы можем ожидать, что метод fun, функция fun, положенная в класс обычным образом, превратится в метод, когда мы создадим экземпляр. Cfun превратился в метод. Да? Значит, fun. Класс метод cfun. Обратите внимание, этот декоратор сделал так, что для самого класса c cfun уже является методом. Да? То есть при вызове туда будет подсунуто что в self? Имя класса. Сейчас мы это увидим. Ну, в смысле, сам класс. Вот. А вот static метод, обратите внимание, как был функцией, так и остался. В результате c.fun от 1, 2, 3. Это просто метод. О, разбор задач. Смотрите. У нас там одна задачка висит на разборе пока что, ровно одна, это... А нет, две, BoldCalc и MROC3. MROC3 я разбирать не готов пока, извините. Вот. И более того, у меня есть сегодня, к сожалению, задание по работе основной. Вот. И я боюсь, что
большую часть времени я потрачу на него, дай бог мне сформировать домашние задания. Вот. Но я знаю, что разбор по двум задачам как минимум заказан, я его сделаю, возможно, не сегодня. Вот такие дела, Алексей. Хорошо? Так, вернемся к нашему разбору. Итак, обычный метод ведет себя как обычный метод. В качестве селфа ему передается объект. Класс метод, как и ожидалось, ведет себя как нечто, что было методом уже в классе. Вот оно. И, соответственно, ему в качестве self передается, внимание, класс. Ну и static метод ведет себя как функция. Потому что он функция. Потому что про него пишут, что он функция. В общем, вам не трудно в уме придумать упражнения, которые проделывают эти декораторы для того, чтобы получилось так, как вы видите. Да? И ничего совершенно ничего сложного в этом нету. Просто если вам хочется использовать одно или другое, используйте. Обратите внимание, знатоки C++, что static функция, static метод это не то же самое, что static метод C++. Да? Это просто функция, у которой нет первого параметра self. Почему бы нет? Вот. Собственно, вот. Стандартные декораторы. А, еще один прекрасный стандартный декоратор, про который стоит рассказать. Это property. Как нетрудно догадаться, потому что вы видите на экране, property это тупо обертка вокруг дескриптора. А зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы вы не... Это декораторы. Обертка вокруг дескриптора нужна для того, чтобы вы не утруждали себя лишним трудом по созданию класса, написанию вот этих вот стандартных методов, выдумыванию каких-то дополнительных полей, кстати. А, нет, все нормально, да? Вот. То есть, вы говорите, ща, значит, отвечаю Евгению. Да, все правильно, смотрите. Предположим, мы хотим, чтобы функция, метод класса, да, вообще не ходил к пространству имен нашего объекта, а ходил к пространству имен класса. Хранил там какое-то значение общее для всех, например, экземпляров данного класса. Да? Выдавал оттуда какие-то свойства этого класса. Ну, короче говоря, чтобы вообще никак не произошло так, что мы с помощью значения полей конкретного экземпляра как-то модифицируем поведение нашего метода. Для этого нам нужен метод класса. Мы дергаем метод класса, он ходит к классу, ему совершенно все равно. Он игнорирует пространство имен нашего объекта. Вот. И для всех объектов он работает совершенно одинаково. И никак повлиять с помощью манипуляции пространством имен объекта на работе класс-метода мы не можем, потому что он его просто выбрасывает. К нему в качестве self приезжает другое пространство имен класса. Вот такие дела. Так что вы сами ответили на свой вопрос. Вот. Property. Пардон. Значит, property. Как видите, очень простая штука. Мы говорим, так, ну у нас теперь будет дескриптор x. И когда мы пишем вот так вот, это фактически означает, что мы определяем для него геттер. Тот самый, два подчеркивания get. Кстати сказать, у него, ему задается... Простатик самый классический метод, это когда вы просто берете... класс проводит какие-то функции, просто функции. То есть класс используется в качестве просто такого склада, да, динамического пространства имен. Вот. Например, это какие-то функции, которые потом используются другими объектами во всяких местах, да, для которых знание о том, из какого класса оно происходит или из какого объекта, просто лишнее. И самое главное, да, что, смотрите, ну, типа того. Самое главное, смотрите, сейчас покажу. Самое главное вот это. Ой, не вот это. Раз уж пошел разговор на это, да? Пой.
не туда, вот так. Да? Значит, самое главное, что sfun, да, что вы, в отличие от метода, вот если вы написали, например, fun равняется c.fun, ну то есть не так, вот так вот, и вызвали f от 1, 2, 3. Этому f приехал какой-то такая вот чушь в качестве первого параметра. А если вы написали f равняется sfun, ну, csfun, и написали f от 1, 2, 3, это хорошая, годная, ни от чего не отличимая, абсолютно нормальная функция, которая приезжает в все те параметры, которые приезжают. Понимаете, в чем дело, да? А вот, или, например, вот так вот. Объект сохранился. Понимаете? А вот если бы... Ну, короче, вот. А если мы делаем... Вот, вот сейчас, давайте попробуем вот так сделать, да? Сейчас. C равняется C. F равняется sfun. Дел C. Ну, это понятно. Но я сильно подозреваю, что теперь у нас вообще нету объекта типа C. Вот тут он у нас завяз в где-то там внутри пространства имен метода fun, а здесь его просто нету. Мы вполне его удалили, он даже может из кэша исчез. Вот. Ну вот примерно для этого. Так. Я два раза себя перебил, но я думаю, что пока я себя перебивал, вы, в общем, уже поняли, о чем идет речь. Да, значит, просто обертка вокруг аналогичной конструкции. Значит, нам не нужно делать специальный класс, как в случае чистого использования дескриптора. Да? Нам не нужно придумывать различных имен, потому что любое имя x, кстати, обратите внимание, это обязательно, они должны совпадать. Вот. И что еще? А, собственно, все. В остальном они ведут себя точно так же. Если вы пишете только property, это будет non-data descriptor. Если вы делаете еще и setter, это будет data descriptor. Ну, в общем, все хорошо. Мы уже с вами глядели в functools. Вот можно еще поглядеть в data classes. Data classes — это такие структуры, если не ошибаюсь. Вот. Типа аналог стракта, этого самого сишного. Вот. И там есть главный декоратор под названием Data Class. Я думаю, то есть я не понимаю, чем он хорош. Можно почитать исходник. Не знаю, времени сейчас уже на это у нас нету. Ну, в общем, вот. Ща, где-то я тут видел, во-первых, я хотел вернуться про замыкание, рассказать просто ради того, чтобы напомнить, что у вас сегодня вообще такой день треска головы, поэтому где-то я видел хорошую ссылку, на которую я не воспользовался. Сейчас вспомню, где я видел хорошую ссылку, на которую я не воспользовался. Эта ссылка была про... Не помню, что. А, эта ссылка была про functools, но про другую вещь. Сейчас покажу. Моя любимая фишка functools. Называется total ordering. Ну, не любимая, но интересная. Значит, смотрите. Допустим, вы определили класс и определили там метод сравнения какой-нибудь. Ну, скажем, больше либо равно. А еще вы там определили метод сравнения равно. Потом выясняется, что для того, чтобы у вас работали все сравнения меньше, больше, больше либо равно, меньше либо равно, не равно, вам нужно определить все вот эти методы. Еще вот этот.
Еще НЕ. Ну лень же. Поэтому мы определяем два метода сравнения эквивалентности и любой из методов на неравенство. Вот, например, ЭК и ЛТ. Вот. А потом обмазываем это декоратором из функтуса под названием Total Ordering, который просто на основании вот этих, ну, одного из ваших вот определенных вами, в данном случае LT и EQ, сформирует не равно, ну понятно, не равно это not equal, меньше либо равно это значит это или это, больше либо равно это значит отрицание от это, ну вы меня поняли. Вот такой внезапный декоратор. Кстати сказать, это пример декоратора на классы. Помните, мы говорили про декоратор на классы? Вот декоратор на классы. А, кстати, вот там должен был такой пример быть. Я про него просто забыл. Вот, вот в этом случае, вот, тут написано... Нет. Вот здесь написано функтус, а надо было написать функтус total ordering. Да? Да. Тут еще какая-то чушь. Ну, короче, надо это поправить. Так, ну давайте я поправлю, чтобы не забыть, а то ведь забуду же. Надо было написать вот так. И тогда бы я вспомнил. Так, у нас осталось совсем немного времени, минут 7, на то, чтобы вспомнить одну мутную штуку, связанную с замыканием, которую мы в соответствующей лекции про замыкание потыкали, но потыкали как-то очень не... Вот, потыкали как-то очень невнятно. Давайте мы в нее вернемся и на этом закончим. Эта штука называется позднее связывание. Вот. Вот эта штука. Значит, давайте мы это скопипастим в окошечко и немножко потупим. Немножко потупим в то, что это могло означать. Значит, казалось бы, простейший код, в котором написано буквально следующее. У нас есть функция createAddress, которая нам нагенерит много разных функций adder. Ну, по идее, как она должна работать? Функция adder у нас должна добавлять и к x. Да? То есть adder 0 добавляет 0 к x, adder 1 добавляет 1x, adder 2 добавляет 2x и так дальше. Ну и, собственно, возвращается список этих функций. Казалось бы, ничего не предвещало опасности. Да? Давайте мы здесь вот его раскомментарим, чтобы вот так было. Да? Но нет. Этот код внезапно нам породил вот эти самые функции adders. A равняется create adders, да? A нулевое, это такая функция. Так вот, эта функция внезапно добавляет 9. И эта функция внезапно добавляет 9. И эта функция внезапно добавляет 9. Что не так? Смотрим в код. В коде все вроде черным по белому. Вопрос в том, чему равно и. И вот тут-то мы начинаем понимать, что поскольку определение функции def происходит в момент определения функции def, происходит в момент выполнения цикла, а вычисление функции def происходит в момент ее вызова, этого аддера, то есть там внизу, мы совсем не уверены, что в тот момент, когда мы вызываем этот аддер, это и, когда мы вызываем, равно тому и, которое было в момент определения. Почему? Потому что мы имеем, у нас налицо настоящий closure. Видите, да? И.
Это non-local переменная, взятая из outer, внешнего namespace, из namespace функции createAlg. Именно в таком виде она залипает в closure для функции adder. Любой. Это одна и та же переменная i. Когда мы выходим из этого цикла, она равна 9. Это переменная i, которая залипла в closure. Ну, собственно, все. Да? Вот тут вот слева описан этот процесс. Давайте мы его повторим. Да? Значит, давайте какой-нибудь возьмем пятое. Да? Вот эта функция. Функция, adders. Да? F, такая функция, она, зараза, прибавляет все время 9. То у нее, что у нее в closure написано? У него есть единственный элемент, залипший в closure. Это int object, который приехал ему из функции createAdders. Да? Значит, ну, тут надо взять его, по-моему, нулевой элемент. Это ячейки, да, видите, это тюпль. Надо взять нулевой элемент. Он имеет тип cell. Тип cell — это внутренний тип питона, как раз предназначенный для межпространственных перемещений, то есть конкретно для замыканий. Вот. Ну и чтобы посмотреть на него, надо сказать cell contents, по-моему. Cell contents. Опа! Он равен 9. И у всех он равен 9. И у А нулевое он равен 9. И у А девятое он равен 9. Зараза такая. Что нужно сделать с этим пространством имен, с этой фиговиной, чтобы она, чтобы не случалось замыкание и, соответственно, внезапно не происходило позднее связывание, которое мы не ожидали. Ну, надо сделать так, чтобы в нужное пространство имен приехало значение переменной i в тот момент, когда оно равно чему-то, тому, чего нам надо. То есть написать что-то типа k равно i, и здесь написать k. Кстати сказать, тогда замыкание не произойдет вообще. Почему? Потому что создание dev-adder будет происходить каждый раз в цикле. Да? В тот момент, когда будет происходить dev-adder, ему просто на вход будут передаваться, при определении функции будет передаваться то значение i, которое в данный момент, чему i в данный момент было равно. Да? Ну и именно этот объект приедет в качестве инициализатора по умолчанию для переменной k. Ну и хорошо. Давайте просмотрим. Ну, во-первых, оно заработало. Вот. Ну, я забыл. Да? А пятое. Вот. Во-вторых, они теперь прибавляют сколько надо, как мы уже говорили. А в-третьих, что важно, да? Нет никакого closure у объектов типа А. Он пустой. Почему? Потому что замыкание не произошло. Внутри namespace adder не используется ничего non-local. Вот. Только локальные имена. А вот это значение приехало при определении. Вот такие дела. Это то, что я хотел рассказать про замыкание. Я помню, что на лекции про замыкание это выглядело немножко неубедительно. Так. Сегодня был действительно такой день треска мозгов. Я вижу, что вопросов, кажется, больше нет. Всем и так хватило. Все уже сварились. Вот, в том числе я. Что-то я хотел сказать еще. Видимо, больше ничего. Ну, все. Значит, давайте посмотрим на план лекции. В планах лекции еще были метаклассы, но я точно знал, что мы не успеем поговорить про метаклассы за 7 минут. Вот видите, я даже, вот, даже написал, что не успеем, и мы не успели. Так что вот, разговор про метаклассы плюс еще чего-нибудь у нас перемещается на следующий раз. Вот, всем спасибо за внимание и до встречи в эфире.